За 2023 год инвестиции в основной капитал Ставрополя достигли 300 миллиардов рублей. Это почти на 5% больше показателя 2022-го. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем телеграм-канале. Глава региона отметил, по итогам этого года прогнозируется рост еще на 10%. Способствуют этому краевые меры поддержки бизнеса. Действует инвестиционный стандарт Ставрополя и инвесткарта. Особенно привлекательны для бизнесменов проекты в санаторно-курортной отрасли. В Благодарном благоустроят территорию рядом с храмом. Там обновят пешеходные дорожки, установят фонари, скамейки и урны, сообщили в региональном Миндоре. Также разместят два арт-объекта. Сейчас на территории пространства начались демонтажные работы. Благоустройство территории проводит по программе формирования комфортной городской среды над проекта «Жилье и городская среда». В хуторе Сунжинском построят модульный фельдшерско-акушерский пункт. Там обустроят кабинет принимающего специалиста и процедурную комнату. ФАП оснастят современным медицинским оборудованием, сообщили в региональном Минздраве. Возведут медучреждение по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. В этом году в третьей школе села Октябрьского отремонтируют спортзал. Там заменят полы, покрасят стены, обновят раздевалки и душевые комнаты, сообщили в региональном министерстве образования. Также закупят спортивный инвентарь. Работы проведут по проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта образования.